Запись пошла. Итак, сегодня мы пожарим чикапай. Вот у нас обычный чикапай оригинал. Я, кстати говоря, уже жарила вот такой вот чикапай. Какао. У меня вышла какая-то фигня. Сегодня у нас будет чикапай от компании Орион. Мы его открываем. Так. Вот. Целый нормальный чикапай. И отправляем его в микроволновку на несколько секунд. Свече. 10 секунд. Старт. Открывай. Что у нас вот получилось? У нас стал большой маршмеллоу. Угу. И теплый чикапай. А если еще положить на 5 секунд, что будет? Угу, хорошо. Давай на 3 положим. Ну давай. Слушай, кстати, шоколад тает. Да, значит, все-таки это шоколад. Да. Ну давай сейчас его разделаем, посмотрим, что будет. Снимаю. Так, мы пробуем чикапай наш. Ну да, он растаял тут. Выглядит крайне аппетитно и очень-очень вкусно, наверное. Ну просто печенька теплая и жидкий маршмеллоу. Не скажу, что это прям что-то бомбическое по сравнению с обычным чикапаем. Но в качестве разнообразия в личной жизни, в гастрономической, можно пожарить чикапай. Оксана, будешь? Да. Давай. Половинка твоя.